Давайте посмотрим по проектным решениям. Во-первых, на этом можно сэкономить, перепроектировать деньги, во-первых, лучше будет. Вице-губернатор Андрей Алексеенко осматривает строительную площадку в станице Анапской. Подрядчик уже приступил к работе. Здесь будет футбольное поле мирового класса с травяным газоном. Трибуны на 500 мест, административный корпус с конференц-залом на 100 мест, раздевалки, душевые. Строительство идет на федеральные деньги. Аналогичная площадка появится в Витязево. Оба объекта необходимо сдать в марте 2018 года. К началу первенства мира по футболу. В Анапе команды будут тренироваться. Это престиж страны в связи с тем, что это важное, значимое международное мероприятие. Чемпионат мира по футболу не каждый день проходит, а уж тем более в Краснодарском крае. Поэтому эти объекты находятся на особом контроле, на особом контроле у губернатора. И по его поручению я занимаюсь непосредственно этой работой. Это перейдет в пользование, в собственность муниципального образования. Я думаю, что это очень такой серьезный подарок для города. Как рассказали в муниципалитете, новый стадион в Анапской закрепят за детско-юношеской спортивной школой номер 7. Площадка в Витязево поступит в распоряжение школы Олимпийского резерва, где базируется футбольный клуб «Анапа». Кроме того, в самом курортном селе есть достаточно сильные команды «Витязь» и «Алекс». Возрождается клуб «Понтос». Эти школы у нас специализируют именно вид спорт футбол. И у них в основном занимается самое большее количество учеников, спортсменов, которые и сейчас показывают высокие спортивные результаты, которые участвуют у нас и в Кубке губернатора Краснодарского края. У нас проводятся и муниципальные этапы для того, чтобы участвовать в дальнейшем, в следующих этапах краевых. Данные площадки, в общем-то, дадут для нас большой качественный, в общем-то, подготовку спортсменов. Я думаю, это отразится и на результатах. Сегодня в Анапе футболом на постоянной основе занимаются более 1200 человек. Помимо этого, тренировочные базы смогут принимать команды, приезжающие на сборы со всей России.